Дякую вам дуже. Потрібна відповідь на запитання. Ваша експертна думка, якщо всі так переживають про Україну, допомагають, чому реально немає мови про створення військового союзу, як говорили спочатку, чи вступ до НАТО, щоб Україна не стала буфером між божевільними та цивілізацією. Дуже хвилює це питання. Перепрошую за механічний переклад. Смотрите, дело в том, что вот Великобритания, Борис Джонсон очень сильно продвигал идею Балтийско-Черноморского союза или Люблинского треугольника. Помните, была целая серия заседаний. Вот, и я тогда говорил и повторяю, и остаюсь при своем мнении, что вот это наша система коллективной безопасности. Только новый военно-политический союз стран, заинтересованных в безопасности от Российской Федерации. И, кстати, на мой взгляд, он все равно родится рано или поздно, и в него будут входить Украина и страны Восточной Европы. Западная Европа не пойдет в этот союз. Не пойдет. Вот. Они будут прикрываться зонтиком НАТО, но есть одна особенность. Для того, чтобы говорить о создании военно-политических союзов, для того, чтобы подписывать с нашими соседями союзные договора, необходимо закончить эту войну. Надо убрать территориальную претензию. Тогда у нас будет окно возможностей заключить военно-политический союз с любой страной, которая этого пожелает. Почему? Потому что за союзника надо воевать. Сегодня и этим странам, которые будут вступать, ну, допустим, странам Балтии, Польше, там, если захочет Словакия или Болгария или Румыния, мы, я думаю, всегда открыты будем. И сейчас тоже. Им надо изменить свое законодательство, им надо принять точно такой же закон, как действует в Соединенных Штатах Америки. В США есть союзники вне блока НАТО. Вот, чтобы вы понимали, я напомню цифру, у Соединенных Штатов 17 союзников вне блока НАТО. Это говорит о том, что США готовы предоставлять военно-техническую помощь, в том числе и вооруженные силы США, для выполнения задач в этих странах, для обеспечения их защиты от внешнего врага. Внешнего, подчеркиваю, это очень важно, вот эти все, не внутреннего, внешнего врага. Но в этом случае США действует как самостоятельное государство, а не как член НАТО. Законодательство это позволяет. Если в НАТО что-то случается, то, естественно, действует устав НАТО, и США, как член НАТО, выполняет все положения устава этой организации. То же самое надо будет сделать странам Восточной, ну, я думаю, что Восточной Европы. Вряд ли старая Европа захочет вступить в какой-то новый военно-политический союз, они и так, им хватает НАТО. Это, кстати, ложится и в канву того, что я всегда говорю, что вряд ли мы станем полноправными членами НАТО, мы будем партнерами с расширенными возможностями. И НАТО нас будет поддерживать, но не напрямую, а косвенно, то есть не войсками, а техникой, вооружением, материально-техническими средствами и так далее. И мы действительно будем щитом, ну я бы не назвал буферной зоной, потому что в буферной зоне там она как больше ассоциируется с серой зоной. Я бы назвал, что мы будем все-таки щитом для альянса, Североатлантического альянса, от вот этой вот скаженной державы под названием Московия. Вот. Так что вот такая вот примерно ситуация. Именно поэтому сегодня никто об этом больше не говорит. Мы можем получить, и скорее всего мы получим программу ПДЧ, подготовки членства. Для чего? Для того, чтобы пройти эту процедуру и выйти на стандарт по военным вопросам, выйти на стандарт среднестатистической страны-члена НАТО. По армии, по обороноспособности страны. Вот. А дальше, ну, дальше, я думаю, что дальше этого вопрос не пойдет. Поэтому нам надо будет искать, но не сейчас. Сейчас надо закончить войну, надо убрать территориальные претензии, надо убрать спорные
территории. Когда выйдем на границу, там уже Россия пусть что хочет делает. Хоть головой вот эти бетонные надолбы свои бьется. В плане доказывания, чья это территория, историческая это территория, не историческая территория. Есть международно признанные границы, мы на них должны выйти. Ну а дальше уже диалог будет либо по-хорошему, либо по-плохому.